В Москву из Кабула доставлен гражданин России, который был задержан в рамках уголовного дела о финансировании терроризма и вербовке рекрутов для участия в боевых действиях на стороне экстремистов. Как сообщили в ФСБ, подозреваемый – житель Тверской области, который скрывался на территории Афганистана. Установить его местонахождение и взять под стражу удалось благодаря совместной операции силовых структур двух стран. В экстрадиции принимал участие также Российское национальное бюро Интерпола. Теперь мужчину этапируют в Тверь, где продолжаются следственные действия.